Так, всем снова привет, и почему-то ребята встали. А, о, вот почему. Можно взаимодействовать. Ничего себе, ну-ка. На резной каменной перекладине висит огромный колокол. Даже будучи неподвижным, он издает необычный низкий гул. Альфрун поясняет, скульпторы возвели этот божий камень для себя. Они делали колокола из тел павших. Считается, что их частица продолжает жить в звучании этих колоколов. Так они могут общаться с потомками. Спар скрещивает руки на груди. Понятно, почему тут так жутко. Колоколу с поднятыми руками приближается певец камня и предостерегающе качает головой. Он изо всех сил пытается ничего не коснуться. В центре божьего камня висит огромный колокол, по сравнению с которым все остальные колокольчики кажутся крохотными. Колокол манит вас. Это как первобытный инстинкт. Звонить в него собираешься или целоваться с ним, спрашивает Спар. Я бы ни то, другое делать не стал. Так, ну Спар тут, как всегда, отжигает. Хороший вопрос. Можно ли с ним что-то делать? С одной стороны, если этот поющий его не трогает, то и я не буду. Хотя мне жутко интересно, что будет. Меня же сохранили, с одной стороны, хоть где-то. Ну, да, сохранили меня где-то. Ну, давайте потянем за веревку. Вы не в силах противостоять импульсу, он навязчив, как зуд, как чихание, как воспоминание о прошлом. Колокол с силой раскачивается, и все. Тишина. Снизу доносится какое-то постукивание, и вы видите, как отдельные камешки шевелятся подобно жукам. Вас настигает неприятное чувство. Возможно, звон колокола слишком низкий для ваших ушей, но при этом, но при том очень громкий. Ага, язык колокола драгов. Прежде чем колокол успевает качнуться в другую сторону и зазвонить снова, вы хватаетесь за его язычок. Тот остается у вас в руках, как и колокол. Он невероятно красив. Его вид тревожит вас, но вы забираете его себе. Теперь земля грохочет уже по другим причинам, и вы инстинктивно беретесь за оружие. Так, а нас-то этот не покинул, товарищ? Где он? Ага, он остался, капец, все ранены, просто все. А, в этот раз группе требуется спар, да? Ну, а, слушайте, у нас киви бодрячком. Юнона вернулась, умница наша. Умница, красотулечка. Нам бы бака подтянуть, он нам как бы в боях-то нужен, по-хорошему, если... Так, ну нам надо еще качнуться. Вот этих пацанов возвести, так сказать, в ореол силы. Так, а тебе что-нибудь дать? Ага. Остались, конечно, самые хуевые умения. Посланник смерти. Это идет, наверное. Соседние союзники плюс один к силе. Ну, почему бы и нет? Вот так вот. По максимуму тебе это вкачаем. И кому-нибудь тут еще уровень дадим. Ну, тебе, например. Так, подожди, а у тебя здесь... У тебя не развито, ничего себе. Ну, посланник смерти пусть будет. Так, и тебе мы эту штуку сделаем. 5 единиц первая... А, щитокол у тебя уже есть, да ты умница вообще. Так, медная окарина. Плюс 3 агрессии добавляет. На, это тебе. Язычок тоже добавляет агрессию на 13 уровень, да? Так, мы вас в самый конец, ребята, уберем.
Блин, вам даже дать нечего. Ну ладно, надеюсь, выживем. Киви вообще просто тащит. Просто у нас все держится только на нем. Больше не надо. Хорошо, не будем. Соглашусь. До этого все запинывали этого, как его, я забыл, чувака-то зовут. Блин, кстати, он у нас остался, интересно, в стаке, я что-то не посмотрел. А то, может, его избили и убили случайно, но очень надеюсь, что нет. Как он, так его звали, по-моему? Так, блин, жесть, конечно, тут народу. Так, ну давайте с дальнобойным чуваком разберемся сначала. Потом этих всех колотунов начнем валить. До свидания. Да, я еще могу сходить. Это что это за щедрость такая? Если бы я знал, что именно так, ну ладно. Свидание. Вот невероятно, что не ход, то минус. Ты не вступишь в эту штуку? Ну ты дурень, а. Так, деда не трогай. Понятно, деда он и не тронул. Ничего себе ты лупишь, дядя. Так, ты там что-то... Отбрасывает врага в очереди ходов. А где он? Кто из них? Пташник какой-то. Я не понимаю. А, вот этот. Ну, понятно. Так, а следующий у меня киви будет ходить. А после киви вот этот. Давайте на него. А, он не дотягивает. Сейчас подойдем, чтобы дотянулся. Так, лучше вот с этим расправиться сначала. Тут мне не нравится, что он там делает. Так, и ты, мразь, сейчас тоже по шляпе получишь. Да ладно, вы и так умеете? Ничего себе, ёб твою налево. Вот это поворот. Так, тебя мы кончаем. Конечно, шелуха всякая пришла, но в любом случае.
следующий опять непонятно кто уходит, поэтому... Так, ну ты в теории даже можешь не дожить, но давай я тебя воодушевлю. Классно. Так, этого мы сразу, скорее всего, убьем, а вот этого... Во, лучше его. Ладно, он не дожил. Хорошо, понятно. Просто наказываем его немного, чтобы неповадно. Так, отлично, он не дошел. Так, избавиться от этого или от этого? Хороший вопрос. Тут и там хватает тех, кто может сходить. Я этого могу зарубить на раз, конечно. Вот этот ходит, да? А потом... Потом вот этот, да. Значит, его атаковать будем. Неплохо. Так, этого бы я, конечно, убил. Но вот этого надо немножко законтрить на себя. Прям далеко можно его отбросить? Ну, давайте. Оскорбленный такой. Так, мне не нравится активность в той области, абсолютно. Нет! Сука. Да ёпту. На, с каждым ударом понятно, что их все больше прибывает. Так, лучше нам ударить вот этого, а этого мы, если что, молниями можем забить. Вот жесть какая. Охереть, ты что, мне киви замочить захотел? Людока. Так, ну таким макаром я битву не переживу. Нам нужно было встать вообще впритык тогда к колоколу. Вдруг. Да ладно! Ну ты дед дал. Понятно. Критом вдарил.
Самое главное, чтобы киви у меня не погиб. Так, ну этот понятно, ладно. Так, две. Так, три. Ладно, потратимся, ничего страшного. Нет, нет. Сука. Киви нет. Это первая смерть киви. Блин, что серьезно, в этого не отдало? Братан, вставай! Да ёб твою! Колокол разбит, и никогда больше не будет звонить. Понятно. Нет, что-то пошло явно не так. 18. Ну, давайте попробуем. Я на этот раз прям плотно вокруг него встану, потому что, ну, это жесть какая-то. Они задолбали меня сейчас слово. А, нажать надо. Так, дайте-ка подумать. С парном обязателен, как ни крути. Ладно, тогда мы сделаем ставку на больших дяденек, соответственно. давай ты, хоть ты и ранен, зараза. Такая. Так, а я тебе что качал? Сейчас попробую вспомнить еще. Это... 45, ужас, нету так. Так, потом... Тебе дадим уровень, конечно же. Так. У тебя вообще ничего нету, да? Так, все, 6 единиц осталось всего. Так. Так, это у нас что? Хотя вот... Блин, ладно. Оставим тебя с этой штукой. Твоя все равно судьба, твоя судьба умирать, видимо, просто бесконечно. Так, минус к воле ему не надо давать. Ему колдовать, потому что... Да, я его вторым сделаю. Чтобы он на киви тогда дал сразу. Пусть вообще первым будет. Так, все, готово к бою. Потому что его быстро достаточно убьют, я так думаю. Тут как бы... Особо не повыбираешь. Что-то их сейчас больше стало как-то.
Так, и двоих этих, блин, с этим надо будет что-то делать, конечно, попозже. Потому что вся основная движуха тут будет. Так. Вот этого или вот этого? Ну, давайте по большому дядьке вдарим. Избавимся от очевидного агрессора. Попытаемся. Нет, ну уже к колоколу идет в самом начале. Думаю, ничего ты, пес вообще. Какие у тебя умения? Ураган. Ничего такого, понятно. Ах ты, пес педальный, а. Уже замочили, ну шикардос просто. Пробуем тебя тогда вынести. Такс. Мне бы вот этого отбросить, пока чтобы он еще долго не ходил. Так, все, отлично, пока о нем забудем. До свидания, ты едешь домой. 20, ничего себе. Так, останемся, наверное, пока на месте. Да ёб твою налево, как я мог про тебя забыть, сука. Вот, блин, ударить в него два раза, и все было бы окей. На тебе, ублюдок поганый. Ладно, хоть критом в него зашел. Так, от него избавились. Вы тут все какие-то серьезные, больно, да? Так, тебя заденем, да? Так, 100% попадания, урон по цели. На-на-на-на-на. Да ладно, он не позвонил, ничего себе. Так, а этот когда ходит? После киви и после вот этого, да. Так, ладно, отодвинься еще. Так, встанем сюда, посмотрим, кому мы больше нанесем урона.
Ясно, выбор очевиден. Нет! Все-таки не стремятся они меня уничтожить. Нет, чтобы долбить просто в колокол, как ненормальные. Так, этот кровотечение отъехал. Так, с этим нужно тоже что-то делать. Так, если я ему нанесу 6, ну этого маловато, конечно же, будет. Нет, все, меня это уже бесить начинает. Хоть реально не отходи от него, стой, пропускай ходы до тех пор, пока они сами не подойдут. Реально, не можем продвинуться с самого начала серии. Я их вот чисто из принципа выиграю. Так, ну давайте, может, на паузу встанем, я там попытаюсь до какой-то логической победы дойти, а потом мы, соответственно, с этого момента уже продолжим. Фух, это жесть, я потратил минут 40, и, наверное, попытки с пятой я дошел до чего-то похожего на победу. Но суть такая, что в итоге, как я ни пытался, они все равно звонили в колокол. Причем в этой битве это было просто жесть какая-то. Я вообще стоял кругом вокруг вот этого колокола, и каждый раз оставался кто-то один, кто проскальзывал. Ну, я, соответственно, не мог полностью его в круг взять, но я методично всех, кто подходил, вычищал. И каждый раз проскальзывает один, приходят новые. Я снова почти всех убиваю, один проскальзывает, и приходит новый. И так каждый раз. И вот сейчас я дошел до чего-то похожего на победу, но на самом деле я очень благодарен вот этому чумаку, у которого есть бивень Златовепри. Это просто великолепная штука. Несмотря на то, что у нее всего 80% попадания, но она просто жесть как усиливает урон. То есть он там просто начинает всех вколачивать по жести. То есть у него атака повышается невероятно. То есть он, ну, понятное дело, не всегда попадает, но вывозит он просто жестоко. Ладно. Так. Давай-ка ты подойдешь, чтобы кто-нибудь из них ход пропустил. Да ладно, ты не дотягиваешься. Так, ну этот погибнет, скорее всего. Ну, вдруг. Офигеть, ты так недалеко можешь ходить. Ну, давай, попади. Отлично. Он у меня до этого еще критовал по 25, по 30, но это когда он полный был. Я вообще в шоке был. Все, мы победили. Господи, такая жизнь была. Очень трудный бой. Поганый колокол, чтобы тебе, сука, пусто было. И не дай бог сейчас окажется, что от нас отступник после этого уйдет. Ладно, сейчас другой вопрос важен. Важно, где этот Дач? Дач же, по-моему, его зовут, да? Блин, Киви, Киви, они вынесли Киви. Я потому что на Киви поставил артефакт по увеличению агрессии, и бедного Киви просто долбили весь матч. Но в итоге его вынесли там. В начале второй волны его что-то вынесли. Грохот битвы все еще звенит у вас в голове, и тупой болью разносится по костям. Давайте не будем повторять эту ошибку. Спар указывает на большой колокол драгов. Это мы еще обошлись малой кровью, зато теперь мы знаем, что вокруг этих тварей больше нет. Ну, конечно.
три дня осталось, ждать вообще нельзя больше. Просто Арбирангу тогда пиздарики придут. Слушайте, раз нам дали как бы дохера экспы, я думаю, нужно ее в дело все пускать как можно скорее. Все, максимального у нас уровня. Единственное, вот это мы не вкачаем до конца. Все, мы молодцы. Все, Ивер у нас теперь тоже 15 уровня. Один. Блин, надо было вот этого подтянуть. Он нас прям вот ощутимо не дотягивает. Ну ладно. Так, следующее у нас по важности на повестке дня. Так, уйти. Ага, ага. Герои. Ну давайте с Олли пог... Нет, это... да, это Олли. Вы обнаруживаете Олли на границе света. Он смотрит на божий камень. Можно присоединиться? Маловато тут места. Говори потише. Эта сволочь морщинистая со мной выпивкой не поделится, а голова-то болит. Спар, что неторопливо возился в отдалении со своим лангишпилем, прерывается, чтобы наградить Олли ужасно неуместным жестом. А свое пойло кончилось? Я потерял флягу, когда то чудище размером с кита разбило океанский лед. Ты меня слышишь? Трезвым жить тяжко, Ивер. Олли безучастно пялится вдаль. Чего ты хочешь выпить? Что у тебя? Молоко ЕКБК? Кому какое дело? Не обращай на меня внимания. Некоторые вот, например, пить не умеют, а я не умею не пить. Как трезвый, голова болит. Похоже, это проблема. Такого еще не случалось. Да и кому захочется наслаждаться всем этим на трезвую голову? Я таким трезвым последний раз еще в 13 лет был, когда в Берсгардской темнице сидел. Взгляд Оли становится отстраненным. Отвечая на твой вопрос, предпочитаю травиться ромом. Хочешь верь, хочешь нет, но я даже эти топоры как следует не метну на трезвую голову. Но влей в меня пару кубков, и я увижу яркие дорожки в воздухе. Погоди, ты видишь световые линии? Да, черт возьми, они точно укажут, куда полетит топор. Обычно я об этом молчу, но какой смысл? Олли, может быть, ты плетешь чары? Олли выпрямляется, будто испугавшись чего-то. О чем ты? Как и ткачи обычно и поступают. Чары? Как тот юродивый, что молнии извергает и мертвецов поднимает, но лишь когда я пьян? А ты лишь увеличиваешь таким образом силу броска. Оли вдруг хохочет, да так громко, что даже Спар хмурит брови. В отличное время живем, а, Варл? Я выпью за это. Не дразни. Вы передаете Оли свой рог, и он жадно пьет, удерживая сосуд дрожащими руками. Чародей Оли. Мама всегда говорила, что я особенный. Может, ты не так плох, как говорят, Варл? Кто сказал? Пусть победа останется за тобой. А, Оля, ты такая, да ты в натуре, а. Ой, да. Фух, я просто все не могу пережить эту битву. Настолько она отложилась в моей памяти. 34 минуты. Ну, блин. Да чуть ли не заканчивать уже надо на самом деле при таком раскладе. Ну, давайте покинем лагерь, что нам тут. До какого-нибудь первого значимого события дойдем. 56 минут мы сохранили. Посмотрим, что будет. Ну, 3 дня осталось тут, очевидно, как бы рукой до финала подать. Я реально думал в этой серии закончить. Ну, блин, такой бой сложный с этим язычком поганым, чтобы пусто было. Жесть просто. Третий день подходит к концу. Арбиранг. Нет, Арбиранг. Кто-нибудь пробовал медовуху из Тистлберри? Спар вдруг нарушает долговое напряженное молчание. Что-то вы в последнее время хмурые все стали. Я бы сейчас медовухи выпил.
Остальные согласны мычат, но кто-то передает по кругу выпивку. Вскоре все пытаются перещеголять друг друга своими планами по возвращению в Арберанг. Послушать их рассказы чревато тем, что мы просто потеряем время, я так чувствую. Ну, допустим. Как вы все знаете, я сам не пью, ухмыляется Оли под чьи-то смешки. Но знавал одно местечко в Безгарде, где можно было пожалеть о том, что напился. Это ты благословие Бьор Рульфа не пробовал, Олли, вставляет Сигбьорн. Я бы тут кого угодно за глоток этого пойла убил, мечтательно говорит он. Ты вроде уже троих воронов и из-за него прикончил, парирует Спар, и Сигбьорн умолкает. А что же ты, Фолька, спрашивает Дичь. Я? Она на секунду задумывается. Хочу отправиться в то место, о котором говорил Олли. Все смеются еще громче. Животные, вздыхает Вальгард. Я хочу восстановить Стрэнд. Интересно, кто куда вернется? У меня там был дом и друзья. Он сурово смотрит на Олли. У меня в Арберанге брат, говорит Могун, мой близнец. Я не успел как следует попрощаться и теперь жалею об этом. Вороны пьют за сожаление. Ах, да, точно, у него же брат был, близнец. Спар замечает, что Крумур упорно молчит, показывает на него пальцем и начинает выкрикивать догадки. Я знаю, чего жаждет могучий Крумур. Пира, Лангскип, трон из тел врагов. Услышав последнюю фразу, Крумур фыркает. Нет, но если бы ты написал об этом песню, я останавливать бы не стал. Вам кажется, что путешествующие с вами драги не понимают сказанного, и это, пожалуй, к лучшему. В похабную болтовню Дичь умудряется вставить и свое слово. А я всегда хотел, но его голос тут же тонет в шумихе других, и он медленно замолкает. Эх, жалко мне Дичи. Хороший парень, но никто его не замечает, и всем на него пофиг. Когда все это закончится, я потребую такую гору монет, чтобы я на ней мог спать, говорит Берси. Всю жизнь на других потрачу достало уже. Пожалуй, заслужил и спокойно пожить. Несколько воронов выпивают за это. Эйвент набирается смелости тоже заговорить. Когда все закончится, я заткну свой поганый рот, перекрикивает его Олли. А. И отряд взрывается хохотом. Улыбка сползает с лица Эйвинда, но и эта попытка заговорить могла пойти ему на пользу. Бак молчит, но все понимают, что он думает о копьях. А наш молчаливый защитник ерничает Спар. Он смотрит на вас. О чем мечтает Ингвар, когда спит и видит сны? Фантазирую, будто и не встречал вас, ублюдков. У него все какие-то ответы достаточно хмурые. Ну, давайте скажем, фантазирую, будто и не встречал вас, ублюдков. Еще не поздно передумать с ответом, щебечет Толи. Остальные фыркают и швыряются в Оли камнями, неуклонно приближаясь к башне. Ха. О, так мы прям в притирочку должны успеть. И... Давай. Почему здесь теплее? Давай. Последний день. И почему этот участок так выделяется? Это же... Стойте. Будто кем-то разбросанные из земли под разными углами торчат осколки закопченного стекла. Сперва кажется, что это очередные фокусы изнанки, но затем вы понимаете, что это осколки черного солнца. Вы видите в них свое отражение, и вам кажется, будто вас окружает армия воронов. «Погодите-ка», — произносит Олли. «Я-то думал, что ненавижу это место сильнее некуда, а тут тебе и шесть дичей». От осколка все еще исходит липкое, дурманящее тепло, и все, кроме Эйвинда, торопятся их миновать. Тот останавливается и прикасается к одному из осколков и смотрит на свое отражение. «Давай, Эйвинд, пора идти. Я сам себя не узнаю. Могло быть и хуже». «О, прости, я не хотел сравнивать. Я начинаю осознавать, что мне предстоит сделать. Мы приближаемся». Эйвент смотрит куда-то вдаль. Не время колебаться. Это всегда было так далеко, и времени было больше. В каком смысле? Эйвент тяжело вздыхает. Юнона уже призналась в этом, но есть еще кое-что, что, возможно, ускользнуло от вашего понимания, и она запретила говорить тебе. Она переживала, что все может измениться. Довольно тайн.
Черное солнце вернется в небо, только если Юнона заключит в нем тьму. Ей придется остаться здесь, в ловушке, навечно. Ну, это логично, мы это поняли. Такая судьба хуже смерти, и я тому причиной. С тех пор она прилагает нечеловеческие усилия, чтобы все исправить. Все, что она сделала... Вы видите, как лицо Эйвинда багровеет от гнева. Он словно черпает энергию из фрагментов солнца. Что если есть другой способ? Даже если солнце больше не светит, энергии должно хватить, чтобы уничтожить змея. Возможно, этого хватит. Поможет ли вообще убийство змея? Не знаю, но уверен, он явится за нами снова. Ему ничего больше не остается. Почему бы не попытаться? Почему я должен спрашивать разрешения? Эйвин, подумай о своих друзьях в Арберанге. Губы Эйвинда сжимаются в нитку, и огонь в его взоре становится не таким ярким. Знаю. Прошу прощения, мне всегда было сложно управлять своим разумом с самого рождения. Моя мать в свое время была главной валкой. Совет был обеспокоен, когда она родила мальчика. Мужчины у нас в роду всегда были склонны к разной степени безумию. Мой отец удержать не сумел. Мой отец свою удержать не сумел. Думаю, такая сила кому угодно стала бы тяжким грузом. Это проклятие. Я жив только благодаря Иноне, и она следит, чтобы дремлющая во мне сила не вырвалась наружу. Когда она заговорила со мной во сне в Эйнартофте, я даже не был уверен, что это правда. Я так долго был без ее помощи, что начал снова терять контроль. Она лишь исцелила меня и теперь расплачивается за это. Представляешь, каково чувствовать себя могучим и в то же время слабым? Могу представить. Эйвин кивает, когда Фолька раздраженно подходит к вам. Ты уже закончил рыдать, грустное дитя? Нахмурившись, Эйвин отходит от фрагмента солнца и возвращается туда, где ждет Юнона. У него столько проблем, и я говорю об этом. Все еще сложно представить, что эти двое запали друг на друга. Ты так думаешь? Разве не так? Фолька смеется, толкая ваше плечо кулаком. Я знаю, почему ты не понимаешь этого, Варл. Тебе не хватает не только руки. Любая девочка хочет, чтобы мальчик пообещал ей достать с неба солнце и звезды. Представь, что есть мужчина, который в прямом смысле может стащить для тебя солнце с небес. Фолька выглядит смущенной из-за своего поведения, когда вы возвращаетесь к каравану. Блин, мне просто безумно интересно сейчас, что будет, когда дни закончатся. У нас вон там писюлечка осталась. А, так еще не все. Ну давайте ноля дождемся. Последний вот все. А я все-таки скажу, бурчит Спар. Я умираю с голоду, и это не фигура речи. Надо поесть, иначе сдохну. Запасы провизии подходят к концу. Да и воду, скопившуюся в провалах, никто пить не рискнет. Вам тоже приходится не сладко. Похоже, певец камня вас понимает, хотя вы и не видели, что у него вообще... Чтобы они вообще ели что-нибудь. Он снимает с утеса твердое образование в форме колокола и передает вам. Затем делает жест, словно открывает книгу. Хе-хе, я-то думал, это очередной булыжник, осматривает его Спар. У диковинки твердая обсидановая оболочка, но внутри удивительно яркое розовое растение, упругое на ощупь. Похоже на какой-то гриб, никакого странного запаха или искаженных форм, которыми наделено все вокруг. На утесах их осталось еще немало. Ну что, кто попробует первым, интересуется Спар? Ну-ка, Валка, безопасно ли это? Голос подает Альфрон. «Я уже ела плоды изнанки», — говорит она. «Но не знаю, затронула ли их тьма, но если кто-то отравится, я его исцелю. Наверное». Ну, давайте съедим. Напоминает какой-то гриб, на вкус как грибы. Через несколько минут вы чувствуете, что сил прибавилось. Вы будто подзарядились энергией. Остальные осторожно набирают пригоршню. Еще и едят столько, сколько осмеливаются. Вы можете поклясться, что дальше караван идет куда быстрее. Блин, все равно не успеем. И что будет? Тьма наваливается на тонкий купол света, который установлен над городом ткачами.
плетущими свои быстрые стяжки. В тесной толпе людей начинают волнами вспыхивать беспорядки, в то время как искаженные наносят удары по вашей обороне, проверяя ее на прочность. Вы, наконец, понимаете, как много мертвых покоится теперь за стенами Арберанга. «Это действительно начало конца, не так ли?» – произносите вы с горечью. А Лео говорит: «Лангскип наконец-то тонет, если так можно сказать. Нам остается лишь черпать из него воду до тех пор, пока силы не покинут наши руки». Вы чувствуете, как в вашей голове, появляются старые навязчивые мысли о выживании, о потребности в пище, воде и убежище. Так, ну-ка давайте освежим информацию касательно того, где, что у нас вообще будет дальше происходить. Так, так. Что-то я не могу найти, что будет дальше. Так, это было. Монстр может попасть в кубку, если окажет. Так, это мы сделали, независимо от того, прибытия в Белую башню. По пути могут начать распить алкоголь, а лучше потребовать, чтобы они прекратили это глупо, поскольку оно приведет к потере драгоценного времени. Нет важного решения для Темфина. Пока не могу найти, но ладно, давайте на этом тогда остановимся. Продолжим уже в следующей серии. Всем спасибо за просмотр, всем до встречи и пока.